Последние успехи в Дамаске связывают с действиями российской авиации, которая нанесла существенный урон террористической инфраструктуре. Эффективность работы ВКС признают и на Западе. Об этом, в частности, заявили французские парламентарии, которые сейчас находятся с визитом в Сирийской республике. Как сообщает влиятельное издание «Фигаро», депутаты отметили, что наша страна, цитата, «ведет реалистичную внешнюю политику и действует в интересах мира». О необходимости проводить постоянные консультации с Москвой относительно урегулирования сирийского кризиса тем временем заявил в интернете. В интервью телекомпании CNN американский генерал Джон Аллен. Он координирует усилия Вашингтона по борьбе с Исламским государством. Мы должны использовать любую возможность для того, чтобы вступить в более широкий диалог с Россией по Сирии, подчеркнул он, отметив, что это позволит выстроить долгосрочную стратегию борьбы с террористами. В противном случае, по словам Аллена, США будут вынуждены вечно сражаться с ИГИЛ.